Чтобы найти сокровище, хитроумная Лара Крофт должна обмануть короля, найти запретную гробницу и раскрыть тайну Белой Королевы. Ее ждет много испытаний. Лара, ты делаешь математику? Она не может больше терять ни минуты. Сейчас, пап! Высокие стены замка влекут и дразнят героиню. На пути героини чудные звери. Кто знает, свирепы ли они. За настоящим сокровищем в запретную гробницу. Героине нельзя шуметь, чтобы не привлечь внимание короля. Ну а Лара-то здесь вообще при чем? Она у себя в комнате делает уроки. У нее мало времени. Гвардейцы не ждут, что Крофт полезет на стены замка. Башня замка выше, чем ей казалось. Все дальше и высматривает другой вход. Наша героиня замечает другой вход. Кыш, уйди! Юная Лара балансирует на головокружительно опасной высоте, но забывает о страхе. Почти прибыли. Она устремляется навстречу цели. Вперед, к запретной гробнице. Этот парапет поврежден. Ей придется протискиваться. Цель уже близко. До нее рукой подать. Но на пути невидимое силовое поле. Нужно отыскать другой вход. Бесстрашная героиня взобралась на вершину. Вот, наконец, она замечает проход внизу. Главное – осторожность.
что ж у меня за дурья башка? Ся! Наконец, она входит в запретную гробницу. Ого! Унесла королеву великая мышь на 30 северный, 90 восточный. Излила свое сердце она взаперти, светом любовь отопрешь ее точно. Наверное, белой королеве одиноко. Надо найти на глобусе 30 северный и 90 восточный. Надо найти на глобусе 30 северный и 90 восточный. Любовь отопрешь ее точно. Сработало! Надо найти белую королеву. Это старая игра. Два щита и белая корона. Может, это белая королева? Крофт проникла в запретный мезонин. Надо найти белую королеву. Я Тири, южноафриканский лекарь. Маленький тиранозавр.
Наверное, он тоже потерял. Надо найти Белую Королеву. Куда ни встань, маски все равно смотрят прямо на тебя. Узнаю стиль Майя. Это Кукулькан? Интересно, что это за... Это из Колумбии. Маска вождя Зену. Некоторые из них я еще не видела. Асуари. В этом сосуде находятся человеческие кости. Не могу разобрать надпись. Такие доспехи носили конкистадоры в эпоху великих географических открытий. Интересно, что они нашли? Фигурка Арика. С островов Кука? Великая мышь расправляет крылья. Отразил солнечный луч. Белая королева, плененная. Я должна ей помочь. Я могу убрать лестницу с помощью глобуса. 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 Ее можно освободить! Светом. Любовь отобрешь ее точно.
поразительно. С колотящимся сердцем наша героиня переступает порог неизведанного. Это мамины вещи. Темный путь сторожат летучие мыши, молвил рыцарь. Белая королева одарила его загадочной улыбкой, сказав: мыши? Я не боюсь мышей. Я вообще ничего не боюсь. Что у нас здесь? Ты, я и тиранозавр в Египте. А где папа? На работе. Взять и все бросить. Я на пороге. Ты всегда на пороге. Твоя одержимость разрушает нашу семью. Одержимость? Я одержим. Ты упускаешь детство дочки, потому что все время копаешься в гробницах на другом конце света. Неужели ты несчастлив с нами? Это открытие чрезвычайно важно. И мне плевать, что обо мне думают. Пап! Не смей мне угрожать. После всего, что я сделал? Эй! Эй! Пап! Папа! Очнись! Пап, не бросай меня!